Все же грибы я достала. Так, проверю картошку. У меня вроде бы готова. Сейчас посмотрю. Отлично. Еще бы буквально. Да нет, какая-то прям совсем готова. Нормально. Или ладно, на 2 минуты. 2 минуты еще пакет не завязываем. Я пока с грибами разберусь. Баночка опять. Тоже дело моих рук. Сама закрывала. С удовольствием мы будем есть. Какие малыши красивые, а? Просто невозможно красивые. Все выкладывать не буду. Вдруг не съедим. Надо будет еще добавим. Сейчас я сюда маслечко пахучего и каплю уксуса. Совсем чуть-чуть, потому что когда я закрываю, уксус вообще не чувствуется. Сначала в рассоле кажется его много, а по факту, когда уже ешь, когда они настоялись, себя все впитали, рассол, все, уксус, уже и запаха там его нет. А мы любим так, чтобы он маленечко чувствовался. Ну и растительного пахучего маслечка. Можно было бы еще лучок, не знаю. Захотим, добавим похоже. Не захотим, не добавим. Давайте хоть один слопаем. Длинный самый большой. Единственный минус плопят, что у них такая тягучая вот эта вот слизь, которую я не очень люблю. Но я никогда не промываю, потому что если промыть, они будут очень безвкусные. Фантастически. Выбираем закон. На эту тарелку выложу картошечку. Чудно. Горячо? Просто помыли, она влажная, и в пакет ее, и она готовится. На всю семью. Бульбы наделали. Сейчас просто Толя, вы случайно не из Беларуси? Нет. Просто я знаю, что там ее так называют. О, моментально, посмотри. Как в масло. Супер. Все, шикарно. Все, пойдемте ужинать.